тебя все время какая-то херня происходит. Я заколебался решать твои проблемы. А может, ты должен решать мои проблемы? Ты не думал об этом? Зачем я трачу на тебя свое время? Ну и вали тогда отсюда! С вами все в порядке? Нет! Да! Да! Простите. Голова раскалывается. Много дурных мыслей. Ну, со всеми бывает. А что у вас случилось? Исследования провожу. Какие? Я забираю у людей эмоции, чтобы лучше вас узнать. Продолжайте. Обратно вернуть их не могу, поэтому забираю только плохие эмоции, чтобы не навредить. Как вы с ними живете? А это агрессия была? Еще беспокойство, обида, страх, ненависть, апатия, депрессия. Какие-то эмоции я сам забрал. Какие-то эмоции люди просили забрать сами. Эмоции я забираю целиком, аккуратно. Достаю так, как скальпелем прохожусь. Чик. И все. Что вы будете? Воды. Да. Ты мне только ради этого позвонил? Как минимум, хотя бы извиниться. А мне не надо больше вообще тогда звонить никогда. Слушай, раз ты такой волшебник весь из себя, забери у меня это. Что? Любовь. Нет. Про нее много хорошего говорят. Посмотри на меня, я похожа на счастливого человека. Ну забери, прошу, мне очень плохо. Ладно. Я ничего не чувствую. Нет. Поверила в какие-то бредни сумасшедшего? Нет. Да. Давно меня так не разводили. Нет. Выметайтесь, мы уже закрыты. Что я натворил? Парень, ты не слышал, что я сказала? Мы уже закрыты. Давай, вставай, выметайся. Вставай, все. Удачи тебе в твоих исследованиях. Что же я тут делаю?